Всем привет! Вы на канале Гараж28. Хочу сделать объявление в связи с тем, что какая-то непонятная херня у меня происходит в жизни. В общем, будут небольшие, возможно, перебои с контентом. Сейчас у меня все видеоролики кончились, и я даже ничего не снимал, ничего нету в запасе. Поэтому просто хочу так, для затравочки, даже не для затравочки, просто показать, что происходит сейчас в гараже. Ничего не снимается. Сегодня я единственное сделал Никитосу компьютер один. Починил, он там твердотельник покупал, SSD-шку Western Digital на 120 гигов. Вот, винда накачана, все сделано, в общем, в ближайшее время заберет. Тут Виталька приехал сабвуфер свой переделывать. Пацан морочится вообще конкретно, сейчас покажу, что он тут творит. Короче, вот это старый ионный динамик, вроде бы все ничего, прайд, 300 ватт, все нормально. Что-то его не устраивает. Он сегодня приволок вот такой мачете суперспорт, две обмотки на 1300, по-моему, ватт. Я, короче, у меня нет комментариев, он, короче, по полной извращается. Тем не менее, ему это интересно, он этим занимается, ради бога. Что-то меня потребуется, я, само собой, помогу. Вот это, кстати, самодельный корпус для ионного сабвуфера. Что еще могу показать? Могу показать, сегодня Виталя тоже приволок древний-древний компьютер. У него системник даже не боковые крышки снимаются, а целиком П-образный кожух одевается. Короче, ну я как сделал, объявление в группе у себя, что тащите все, что нафиг не нужно. Вот такое вот чудо приехало. Даже не знаю, какой это сокет. Почему-то вентилятора нету. По слоту видеокарты видно, что это даже не последнее поколение GP-шек. 133-я SRAM, по-моему, да? Да, PC-133, 256 мегабайт. Для 133-й 256 мегабайт это было, конечно, круто. Планка с двумя ключами. У меня уже сейчас даже оперативки такой нет, я все Никитосу отправил. В общем, не знаю, что с корпусом делать. Что-то еще какая-то плата стоит. Что это? Сетевуха. Так, вентилятора нет, ничего нет, жестких дисков нету. Привод, флопик. В общем, просто разберу его. Корпус, не знаю, может быть, куда-то денем, а может, просто на металл распустим. Также еще, ну, если получится, я, само собой, сделаю видеоролик. Вот у меня здесь лежит мишленовская покрышечка. Короче, даже спойлерить не буду. Это будет довольно интересный проект для друзей, для автосервиса. Небольшая инсталляция. На этом пока по этому проекту все. Хотел видео без склеек сделать на одном дыхании, но не получилось. Забыл показать. Тоже Виталька сегодня приволок интересную материнку. Чем она интересна? Тем, что она сдохла. В общем, раз кондёр спученный, два кондёр спученный, три кондёр спученный. Вроде больше нет. Вот этот ряд из шести кондёров весь перепаян. Также, не знаю, на камеру видно, нет. Опять же, вся вот эта плоскость, где фаза питания этого процессора идут, вся перегрета. Также, что еще? В общем, это мертвяк полный. Вот здесь тоже видно место то ли пайки, то ли перегрева. Это у нас, по-моему, конденсатор. Да, конденсатор получается перепаян. Еще видеокарточка. Какая-то ATI, быстрее всего, судя по цвету материи, судя по цвету самой платы. AX4850 на 512 мегабайт. И как вы видите, просто шикарнейший прогар. Таких видеокарт мне еще не попадалось. Короче, хлам, хлам, хлам. Вот сюда радиаторы поздергиваем. Разъем выпаем. Вентилятор заберем. И все, наверное, на этом. Единственное, должен быть целый процессор. Это феномчик 99750. Вот так, не фокусируется телефон.
Это старая материнка, которую вытащил из этого системы. Тут даже разъем питания не ATX20 плюс 4, а просто 20. Ну, это и так понятно, потому что очень старый процессор, очень старая оперативка. Про слот я уже говорил. В общем, все это получается в хлам. Единственное, процессор бы проверить, феномчик, и все. В общем, не забывайте, смотрите, на лайв-канале выкладываются иногда всякие старые ролики. Просто, чтобы хоть что-то выпускать. Они все в основном исторические, то есть сняты до создания еще канала Гараж 28. Вот, подписывайтесь на канал, на лайв-канал. Не забывайте, у нас есть Инстаграм, у нас есть группа ВКонтакте. Все ссылки на все эти ресурсы, само собой, лежат в описании к любому видео. Всем вам всего самого наилучшего. И всем пока.